Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в содружестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. And so I want to also bless the worship team this morning. И также я хочу благословить группу прославления. We just praise God for them. Мы благодарим Бога за них. Used of the Lord. За то, что они используются Богом. And then I want to say something specifically to the gentleman who was on the keyboard. А еще конкретно хочу сказать слово для человека, который играл на клавишах. Are you still here somewhere? Антон, ты здесь? Wave at me. Антон, помаши рукой, если ты здесь. Keyboardist is not. Нет. Somebody tell him this. Кто-то передайте ему вот что. He has the anointing of the Lord on his hands. На его руках помазание. He has an anointing to play the keyboard. Помазание играть на клавишах. And whenever he plays, the presence of the Lord is ushered in. И когда он играет, присутствие следует. He could go out into the public arena. Он может идти и играть на сцене. Out in just the, he does. He could play on the street. Он может играть на улице. And usher in the presence of the Lord. И когда он будет играть, присутствие Божье следует за ним. And so we just appreciate his ministry. И мы благодарны за его служение. Amen. Аминь. God is so good. Бог очень хороший. I want to just share a word of encouragement with you this morning. Я хочу поделиться словом ободрения для вас. One of the ministries that God has given to me is to encourage the people of God. Одно из служений, которое Бог дал мне, это служение ободрения людям. And if you have your Bibles, I want to turn to the small Old Testament book of Haggai. Если у вас есть Библия, то я бы хотел, чтобы вы открыли маленькую такую книгу в Библии, называется книга Агея. And I want to use for my text this morning Haggai chapter 2 verse 4. И использовать сегодня текст из главы 2, 4 стих. And this is the word of the Lord coming from the prophet Haggai to the leadership who had returned to Jerusalem. И это слово Господа, которое Бог сказал через Агея лидерам Иерусалима, которые вернулись. And so he says, But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь. Be strong, Joshua. Ободрись, Иисус. The high priest. Сын Иосидока, великий иерей, или это великий священник. Be strong, all of you people of the land, declares the Lord. Ободрись весь народ земли, говорит Господь. And work. И производите работы. For I am with you. Ибо я с вами, declares the Lord Almighty. Говорит Господь Саваоф. Let's pray. Давайте помолимся. Father God, I thank you that your presence is with us. Отец Бог, мы благодарим за то, что твое присутствие с нами. I thank you that your anointing is on us. Мы благодарим за то, что твое помазание на нас. And I thank you, O God, that you enable us to do what you've called us to do. И мы благодарим тебя, Господь всемогущий, за то, что ты снаряжаешь нас тем всем необходимым, чтобы делать то, к чему ты нас призвал. And so, Holy Spirit, we invite you this morning.
Дух Святой, мы приглашаем Тебя в это утро. Impart truth into our spirit. И вложи свою истину в наш дух. Cause our spirits to become fully alive. Позволь, чтобы наши духовные глаза оживились. Fill us with fresh faith today. Наполни нас освежающей верой. And stir up our spirits within us. И возбуди в нас Твой дух. We pray in Jesus' name. Мы молимся во имя Иешуа. Amen. Amen. This story in the book of Haggai takes place around 500 to 400 BC. История Агея, она имеет место где-то в 400 или 500 лет до нашей эры. The people of God were in a foreign land. И дети Израиля, они находятся на чужбине. They were in a place of captivity in Babylon. Они находились в плену в Вавилоне. And there came a time where God said, "The end of this has come." И пришло время, где Бог сказал, что заканчивается ваше время в плену. Aren't you glad that God has some seasons? Разве вы не рады, когда что Бог имеет разные сезоны? And one season comes to an end, so the next one can begin. И когда приходит конец одного сезона, это означает, что наступает начало нового сезона. Aren't you glad that God always has the next thing? Радуйтесь от того, что у Бога всегда есть что-то новое. That some things can end, so something else can start. Что-то всегда заканчивается для того, чтобы чему-то начаться. That our God is the God of beginning again. И Бог наш, наш Бог начала. That He gives us opportunities to have a fresh start. Он дает нам возможности начинать новое начало. Sometimes some of us need a new start. Иногда нам некоторым необходимо новое начало. Sometimes we need to start over. И иногда нам нужно необходимо начать опять то же самое. Sometimes we feel stuck. Иногда мы чувствуем, что мы так застряли в чем-то. And yet God comes through and gives us a breakthrough. И тогда Господь приходит и Он проводит нас через эти проблемы. And suddenly he starts the new thing. И внезапно он начинает что-то новое. Well, I just want to proclaim to you today that God is starting a new thing. Но я хочу провозгласить вам сегодня, что Бог начинает что-то новое. A new thing with you. Что-то новое с тобой. A new thing with this congregation. Что-то новое с этой общиной. That there is a breakthrough for you. Что есть прорыв для тебя. There's a breakthrough for this congregation. Есть прорыв для этой общины. But there's a breakthrough for you individually. Но также есть прорыв для тебя лично. Because a congregation is made up of individual people. Потому что община состоит из людей. And the congregation is as only as strong as all of the individual people. И община, она сильна тогда, когда сильные личности есть. And so God is saying the time has come. И Господь говорит, что времена приходят. I'm going to give you a new start. И я вам дам новое начало. A new beginning. Новое начало. I'm going to work a new work in you. Я буду делать новую работу в тебе. I'm going to do in you what I have promised to do. Я буду делать в тебе то, что я пообещал тебе сделать. What I have prophesied over you. О чем я пророчествовал в твоей жизни. What I have promised to you. Что я пообещал тебе лично. I'm about to bring you into the new. Я приведу тебя в это новое. And so I'm going to pull you up out of being stuck. И я вытащу тебя из этого, I'm going to fill том, что ты застрял. И я наполню тебя вновь. I'm going to use you in mighty ways. И я буду тебя использовать велико. And so for these people of God who had been stuck in Babylon for all these люди, years, которые, этот народ, который застрял в плену в Вавилоне, God says it's time to go back home. Бог говорит им, все, настало время вернуться домой. And so he had put in the heart of the Assyrian king, и он вложил в сердце ассирийского царя, the desire to allow the Jewish people to go back to Jerusalem. Желание, чтобы отпустить еврейский народ, чтобы они вернулись в Иерусалим. And so little by little, God would call and commission a group of people to go back into Jerusalem. И мало помалу Бог вкладывал сердца людей, и они группами выходили. It was a call by God. Они были призваны Богом. You. Ты. It's time to go. Пора идти. But not just to go.
но не просто идти, but commissioned to do what God had put in their heart to do. Но с определенной целью, то, что Бог вложил в сердца их, они должны были это совершить. Called and commissioned to take the giftings and the anointings that God had placed on them and go release them and use them for His glory. Призваны осуществить те дары и призвания, которые люди имели от Бога, пойти и исполнить эти дары и призвания. And so this specific delegation of people were called and commissioned to go back and rebuild the walls and to begin rebuilding the temple. И эти призванные люди, это группа людей, которые были призваны и целенаправленно отправлены сделать то, к чему Бог их призвал. They were gifted to do it. Они были одарованы делать. They were anointed to do it. Они были помазаны это they делать. Were called to do it. Они были призваны. And they were commissioned to do it. И они были высланы это сделать. And see, I believe that today God still calls and commissions people. Я верю, что Господь сегодня призывает и Он высылает людей. I believe today that God still gives gifts to people and places anointings on people. Я верю, что Господь сегодня Он дает дары и призвания в жизнях людей. For certain works and certain ministries. Для определенных работ и для определенной цели. If you are a believer in Yeshua today, и если вы верующие в Иешуа сегодня, you've been born again. Вы возрождены свыше. And you've been born again for divine purposes. И вы возрождены свыше для божественных целей. God has a call on your life. Бог имеет призвание в вашу жизнь. God has a call to ministry on your life. Бог призывает вас служить. Every believer is a minister. Каждый человек он является служителем. Every believer has a unique calling of God. Каждый верующий имеет уникальное призвание от Бога. Some of you may be called to full-time ministry. Некоторые из вас, может быть, Бог призывает быть в полное служение. But even if you're not, we're all called to ministry. Но даже если это не так, мы все призваны служить. God has a ministry for you. Бог имеет служение для тебя лично. And so He gifts you. И Он одаривает тебя. And He gives you an anointing. Он дает тебе помазание. And He calls you and commissions you. И Он призывает тебя и посылает тебя. And He will actually put the desire inside of your heart. И на самом деле это Он дает тебе желание внутри сердца. And He'll say, I've called you to this. И Он говорит, я призываю тебя делать вот это. I've called you to this. Я призываю тебя делать то. And He'll stir it up in your heart. И Он возбуждает это внутри сердца And твоего. So when we say yes to the call, и когда мы говорим «да» этому призыву, что бы это ни значило, we begin with great hope and faith мы and начинаем с этой великой надеждой. I'm going to serve God with all my heart. С такой страстью, и мы говорим, я буду служить Богу. I'm going to be what God's called me to be. Я буду тем, кем Бог меня призвал быть. And I'm going to do what God's called me to do. Я буду делать то, что к чему Бог меня призвал делать. And there's anointing on it. И есть помазание на этом. And there are results. И появляются результаты. And God's kingdom begins to expand. И тогда Божье царство начинает расширяться. Well, see, these people with great determination went back into Jerusalem to begin building. Видите ли, эти люди с такой великой, в сердце у них желание и стремление, они пошли в Израиль и с такой надеждой, что они такое многое совершат. And with the skills and the gifting God gave them, they began to work diligently. И способности, которые у них были, и одарованы теми дарами, которые в них были. But very soon, они говорят, мы пойдем, будем служить Богу. The ministry became difficult. Ну, и когда они приехали, они осознали, что служение — это тяжелое дело. Altogether glorious. Не все было так выглядело славно. It was hard work. Это была тяжелая работа. There were obstacles. Были препятствия. In fact, there was even opposition. И даже была оппозиция. They were harassed by the other people in Jerusalem. Их оскорбляли другие люди, которые находились в Иерусалиме. Who do you think you are? Кто ты думаешь, возомнил себя кем-то? Что вы собираетесь сделать? Мы не хотим, чтобы вы это делали. Вы не призваны это делать. И они начали словесно оскорблять тех людей, которые были призваны делать Божью работу. Они противостояли. Физически словесно атаковали их. И если этого недостаточно,
достаточно было, тогда они вступали в физическое противостояние. Они пытались закрыть, остановить ту работу, которую те люди имели и были посланы сделать для Господа. Until one day they convinced the king to declare an edict that the work be stopped. И когда они пришел момент, где они приняли понимание такое, что на самом деле the edict declared that the work be stopped. В общем, они решили и остановили работу. And so the work that God had called them to, had sent them to do, stopped. И та работа, которую Бог призвал их делать, они остановили эту работу. Well, the truth is, ministry sometimes is hard. Но правда заключается в том, что когда ты в служении, это тяжелая работа. Ministry sometimes has great trials and troubles associated with it. Иногда, когда ты в служении, есть очень много трудностей и переживаний и обстоятельств, которые препятствуют. Ministry sometimes is opposed by other people. В служении иногда идет и имеется оппозиция. Sometimes we're ridiculed. Иногда нас унижают. Sometimes we're harassed. Иногда нас оскорбляют. Sometimes we're persecuted. Иногда нас преследуют. Sometimes we're not received. Иногда нас не принимают. Sometimes we look within and even doubt ourselves. Иногда мы смотрим на себя и мы сами в себе сомневаемся. Sometimes we lack the strength. Иногда мы даже наши силы иссякают. Sometimes the joy leaves. Иногда радость уходит. And sometimes we face great opposition. Иногда мы даже сталкиваемся с большой оппозицией. Sometimes God has actually called us to do something beyond our ability. Иногда Бог призывает нас сделать то, что даже сверх нашей способности. Because God wants to show His faithfulness and His power and strength in us, so that ministry is of the spirit and not of the flesh. Потому что Бог хочет проявить свою верность в нас, чтобы даже мы, увидя это, и делая то, к чему призвал нас, он прославился. So this group of people stopped working. И поэтому эта группа людей перестала работать. They gave up. Они сдались. They gave up on the vision. Они сдались в видении, которое они имели. And so they turned their attention back to themselves. И вот они повернули свое внимание на себя. If we can't do the work of God, если мы не можем делать работу Бога, we'll just take care of ourselves. Мы тогда будем сами о себе заботиться. See, to do the work of God requires faith. Видите ли, чтобы делать работу Бога, нужна вера. Without faith, it's impossible to please God. Потому что без веры невозможно угодить Богу. Faith to believe God. Вера нужна, чтобы угодить Богу. Faith to believe you have a gift. Вера, что у тебя есть этот дар. Faith to believe you have an anointing. Вера, чтобы ты веришь, что у тебя есть помазание. Вера, что ты призван. Faith to believe you're making a difference. Вера, чтобы знать, что ты делаешь разницу вокруг себя. But when we're opposed, но когда против нас when противостояние, и когда мы сталкиваемся с трудностями, when we look at ourselves and когда мы смотрим на себя, и когда мы сомневаемся сами в себе, when we lose faith, тогда мы теряем веру. Sometimes we're still doing what we did. И мы делаем то, что мы раньше делали. But without the joy. Но без радости. Without the faith. Без веры. Without the power, anointing. Без силы, помазания, без Духа Святого. And we are no longer effective. И мы больше не эффективны. And sometimes without faith. И иногда без веры. We simply turn our attention back to ourselves. Мы обращаем внимание на себя. And we're just trying to survive. И мы всего лишь пытаемся выжить. We're just trying to make life work. Мы пытаемся просто жить для себя. The truth is, God has called us to more than just this
temporal world. Бог призвал нас к большему, чем просто заботиться за этот храм наш земной. God has called us to do more than just exist. Бог призвал каждого из нас, чтобы делать больше, чем просто существовать здесь на земле. God has called us to do more than just survive or maintain. Бог призвал нас, чтобы мы были более, чем просто те, кто выжили и просто жить для себя. God has called us to the work of the kingdom. Бог призывает нас всех для работы царства. Сверхъестественной работы. Spiritual work. Духовной работы. To work that builds the kingdom. Работать, чтобы делать то, что строит царство Божье. And when we quit building the kingdom, и когда мы перестаем строить царство Божье, we turn to just take care of ourselves. Получается так, что мы всего лишь только за себя заботимся и строим свою жизнь. И только потому, что люди отвлекаются и перестают строить Царство Божие, тогда они начинают строить свое Царство, жить для себя. Their focus simply turned to self-preservation. Фокус переключается на себя для того, чтобы просто самосохраниться. I just want to encourage this morning. Но я хочу ободрить вас сегодня. You and I are called to more than just self-preservation. Вы и я, мы призваны больше, чем к самосохранению. And so they were stuck. И вот они застряли. Again. Опять. What does God do when we get stuck? И что Бог делает, когда мы застреваем? Again. Опять. He sends another word. Он посылает слово. God doesn't leave us where we are. Бог не оставляет нас в том месте, где мы находимся. You and I are not called to be stuck. Ты и я, мы не призваны застревать. We're called to advance the kingdom. Мы призваны, чтобы продвигать царство Бога. And so God sends this word. И Бог говорит вот это слово. And this is what the word was. И вот в чем заключалось это слово. So you say. Он говорит, вот ты говоришь. It is not time to build the house of God. Что не время строить царство. That's what the word of God was. Это вот слово Божье так говорило. God was saying to them. Бог говорит им. You say it's not time. Вы говорите, что сейчас не время. We can't. Или мы не можем. Это невозможно. Это не работает. У нас нет способности. Мы не можем это сделать, чтобы оно случилось. И Бог говорит, это вы приняли решение и решили, что это не время делать дело Бога. Но Бог говорит, I say it is time. А я говорю, что это время. You say it's not time. Вы говорите не время. But God says, I say it is time. А Бог говорит, это время. Suppose what are we saying today? И предположим то, что мы пытаемся сказать сегодня. That God is not saying. Что Бог не говорит ничего. What are we saying that God's not saying? Что мы говорим, что Бог не говорит? What are we saying about ourselves that God's not saying? Какие слова мы говорим сами себе, которые Бог не говорит? That God's not saying? О каких дарах мы говорим о себе, что Бог не говорит? What are we saying about our ministry that God's not saying? Что мы говорим сами о своем служении, что Бог не говорит? We just need to quit saying what we're saying and start saying what God's saying. И иногда нам нужно просто перестать говорить о себе то, что Бог о нас не говорит. Yes, we're facing opposition. Да, у нас yes, есть we're questioning оппозиция. Ourselves. Да, yes, we may have laid down our tools. Да, мы оставили свои инструменты и не работали. But God called you to work right now. Но Бог призвал тебя I've работать. Gifted you now. Он говорит, что я снарядил My тебя, дал дары. Моя рука I на тебе. Я с тобой. You are equipped to do what I called you to do. И ты снаряжен всем необходимым, чтобы делать то, к чему я тебя призвал. I don't care what stands in front of you. И мне все равно, что стоит перед God says, if I've called you to do it, Бог говорит, что если я призвал тебя делать, we can push through any opposition. Ты можешь протолкнуть любую оппозицию. We can push through any limitation. Мы можем пройти через любые лимиты. Because you can do what God's called you to do. Потому что вы можете сделать то, к чему вас Бог призвал.
See, I don't know what's going on in your own personal life. Я не знаю, что происходит в вашей личной жизни. What visions and dreams that God planted in you? Какое видение, мечты, желания, которые Бог поместил в вашем сердце? Maybe attempts at ministry you've tried in the past. Может быть, попытки служить в прошлом. And you've just decided it's really not working very well. И вы приняли решение, что, ну это очень тяжело, трудно, не работает. I don't seem to be that good at it. Или, возможно, я не такой хорош для этого. Not working. Не работает. And so maybe that wasn't God. И может быть это не был Бог. And we turn from the call. И вот мы отворачиваемся от этого призыва. Just to live our lives. Просто жить своей жизнью. Just to exist. Просто существовать. Just to make a living. Просто жить и наслаждаться. Attend congregation. Посещать, я просто буду посещать общину, собрание. To survive and maintain. Но просто существовать и содержать свой храм. Until one day. Пока один день не придет. In the sweet by and by. И вот так каждая неделя за неделей проходит. I'll make it into heaven. И вот так я дойду до небес. See, you and I are called to do more than just wait around to get into heaven. Бог призвал нас большему. Нежели сидеть и ждать, как мы дойдем до небес. Есть работа. Есть служение. Есть время сегодня, сейчас, чтобы делать то, к чему Бог призвал. Он снарядил тебя. Он помазал тебя. И время — это сейчас. И нам необходимо начать говорить то, что Бог говорит о нас. Он с нами. See, the enemy is trying to shut you down. Видите ли, враг пытается просто затмить вас. The enemy is trying to discourage you. Враг пытается разочаровать вас. In the 11 years that I've been coming to minister in your congregation. 11 лет я приезжаю к вам служить. This is the sixth building you've been in. Вы уже это шестое место, которое вы поменяли. Why? Почему? Because the devil is against you. Потому что дьявол против вас. Because you're pushing in on his territory. Потому что вы проталкиваете его территорию. You're bringing light into a darkness. Вы приносите свет в тьму. You're seeing Jewish people come to find their Messiah. Видите ли, еврейский народ приходит к познанию Мессии. You're bringing unity to the body of Christ in Odessa. Вы приносите единство в тело Мессии в городе Одессе. Дьявол ненавидит He вас. Wants to disrupt you. Он хочет вас He разделить. Wants to divide you. Он хочет вас He отвлечь. Wants to frustrate you. Он хочет, чтобы вы разочаровались. And so we can say all of that. И чтобы мы сейчас это приняли, вот это разочарование. We're frustrated. Мы разочарованы, We're расстроены, divided. Мы разбиты, мы разделены. But that's not what God is saying. Но это не то, что Бог говорит. God's saying, I'm with you. Бог говорит, я с вами. I'm on you. Я на вас. I've called you. Я призвал I've вас. Commissioned you я for this day. Я снарядил вас для this этого hour, дня, для this этого season, часа, для этого this сезона, place. Для этого I'm места. With you. Я с вами. Get to work. Работайте, начните работать. And so they received the word from the Lord. И вот они приняли это слово от Господа. And they agreed. Они согласились. To get back to work. Они согласились вернуться к работе. Everyone. Все. They picked up their gift. Они взяли свои дары. Они взяли, прихватили свои таланты. They said, "I'm ready to believe you again, God." И они сказали: Господь, мы опять поверим и будем делать то, к чему ты призвал нас. And then the scripture says, when they obeyed and took that step forward. И потом Писание говорит, что когда они послушались и сделали то, что Бог сказал, that God stirred up the spirit in Zerubbabel. Что Бог возогрел этот дух в Зарававеле. The governor. Он был губернатором. When they took that step, и когда они взяли, приняли этот шаг, God then stirred up the spirit in Joshua. Тогда Бог возбудил этот дух в Иисусе Навине. The high priest, первосвященник. The rabbi, if you will. Раввин в то время, если вы так посчитаете сказать. But it says when all the people by faith took that step. И написано, что все люди поверили и верою взяли этот шаг. God stirred up the spirit in all of the people. Бог возбудил этот дух во всем народе. Sometimes we need that supernatural work of God. Иногда нам необходима эта сверхъестественная работа Бога. And it will come. И придет. When by faith we agree with the word, придет время, когда мы верою согласившись вернуться и
шагнуть в вере. He will send his spirit. Он пошлет свой дух. And stir up your spirit again. И он возбудит твой дух опять. He'll quicken your spirit and make you alive again. Он сделает так, что твой дух оживится. He'll give you fresh vision. Он даст новое видение. He'll give you fresh anointing. Он даст новое помазание. He'll give you fresh power. Он даст тебе новую силу. He will increase you. Он умножит тебя. He'll stir up your spirit. Он возогреет твой дух. What has God called you to do? К чему Бог тебя призвал? What has He gifted you to do? Чем Он тебя одарил? To teach? Учить? Teach with all of your heart. Учить всем своим сердцем. To prophesy? Пророчество. Prophesy with all your heart. Пророчествуй всем своим сердцем. To give as He calls you to give. Давай. To serve? Serve with all your heart. Служить? Служи всем своим сердцем. To serve children? Служить детям. Serve children. Служи детям. To pray? Всем сердцем. Молиться. Молись. Whatever He's called you to do. Ко всему, к чему Бог тебя призвал делать. Let Him stir up your spirit once again. Возогрей этот дух вновь. Tell the devil to shut up. Скажи дьяволу, закрой свой рот. I don't care what you say. Мне все равно, что ты говоришь. Look at the mountain of impossibility. Посмотри на эту гору невозможности. And say, be thou removed. И скажи, уйди прочь с моей дороги. I am a child of God. Я дитя Бога. I am called with God. Я призван Богом. I have giftings. Я имею дары. I have anointings. Я имею помазание. I have a call. Я призван. And God is for me. He's И Бог not за me. Меня. As they began to put their hands back to work, и их руки начали соединяться, и они начали работать. God released another word. И Бог высвобождает другое слово. He said, "The silver is mine, и он говорит, and the gold is mine." Серебро и золото мое. See, sometimes when we have fresh vision, видите ли, когда у нас новое видение появляется, there's still the question of resources. Всегда есть вопросы о ресурсах. Okay, Lord, I believe. Да, Господь, я верю. But how? Но как? See, they had an enormous task. Видите, у них такая огромная Rebuild задача. The walls. Восстановить Rebuild эти the стены. Temple. Восстановить храм. It wasn't just their labor. Это не просто всего лишь их работа, где они могли бы трудиться. But there was need for resources. Но необходимость была в ресурсах огромная. I've been to your next building. Я уже был в вашем следующем здании. Not just to teach in the MJBI. Не просто учить в MJBI. But I've walked through that next set of doors. Но я уже прошел через эти двери следующего здания, в котором вы будете. I've seen the building. Я видел это здание. In fact, I saw it the day after it was purchased. И более того скажу, что я видел это здание на второй день, как вы купили его. It looked worse then than it does now. Тогда выглядело намного хуже, чем то, что сейчас. It's going to require a lot of labor. И потребуется очень много работы еще. It's going to require a lot of resources. Потребуется еще очень много ресурсов, чтобы закончить это здание. But hear me, my brothers. Услышьте меня, мои братья и мои сестры. The silver is his. Серебро его. And the gold is his. И золото его. Do not worry. Не переживайте. Do not faint. Не ослабевайте. He is your supply. Он ваш источник. He is your source. Он ваш ресурс. Trust him. Доверяйте ему. Set your hand to the work. А вы соединитесь руками для работы. Don't be discouraged. И не разочаровывайтесь. Не расстраивайтесь. As they began to work again, и они начали опять работать. Some of them would do as some people do. Некоторые люди делали то, что некоторые люди делают. They would talk among themselves. Они разговаривали между собой. And they would say something like this. И они говорили нечто подобное. I remember the former house. Я помню то старое здание. That. Вот то здание было такое славное. This that we're doing это, right now, что мы сейчас делаем, что за такое? Just doesn't look much. Это выглядит что-то невеликое. Посмотрите. It doesn't look much. Не выглядит такое шикарное. But listen. Но послушайте. Don't
ever become one of those who believes. Никогда не станьте теми людьми, которые верят. That the glory was in the past. Что слава была в прошлом. Because your glory is not in the past. Потому что ваша слава не находится в прошлом. The glorious building is not in the past. Славное здание не находится в прошлом. But the glorious work has not been in the past. И славная работа не была в прошлом. The glory days of light of Messiah has not been in the past. Дни славы и жизни Мессии не было в прошлом. The greatest glorious presence of God has not been in your past. Самая великая слава его присутствия не было в прошлом. Turn your face towards the future. Повернитесь лицом к будущему. Because a greater glory than you have ever experienced is before you. С которой вы столкнетесь, встретитесь, она перед вами в будущем. There's a greater glory coming. Есть больше слава, которая грядет. There is the glorious expression of his presence that's going to fall on this house in the future. Есть больше слава, которая грядет и которая коснется этой общины, она в будущем. Your best days are ahead of you. Самые лучшие дни они перед тобой. So stand up. Поэтому встаньте. Receive the anointing. Примите помазание. Receive the call. Примите этот призыв. Believe in who God says you are. Верьте в то, что Бог говорит, кто вы есть. Receive a fresh anointing from the Lord. Примите свежее помазание от Господа. Receive a fresh gift of faith from the Lord. Примите свежий дар веры от Господа. And let the Lord stir up your spirit. И пусть Господь возогреет ваш дух. Because glory is coming. Потому что слава грядет. Believe again. Поверьте вновь. Believe now. Поверьте сейчас. And watch what God does. И наблюдайте, смотрите, что Бог будет делать. Let's give the Lord Давайте praise. Воздадим Богу славу. Let's give him loud praise. Давайте прославим Его громко. Let's give him glorious praise. Давайте прославим Его очень громко и прославим. Lord, we bless you. Мы благословляем Тебя, Господь. We bless you. Мы благословляем Тебя. You are the same. Ты тот же. You never change. Ты никогда не меняешься. And your word is true. Твое слово истина. And we receive your word today. И мы принимаем Твое слово And сегодня. We believe your word. И мы верим And Твоему we step слову. Into your word. И мы вступаем в Твое слово. Be it unto us, O God. И да будет так, как Ты говоришь, Господь. According to your word. По Твоему слову. We pray. Мы молимся. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Hallelujah. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для Община Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.